И вновь под шквал ваших аплодисментов я приглашаю на сцену героиню сегодняшнего вечера, народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву, звезда которой сегодня зажглась на площади звезд. Роза Рымбаева. Спасибо большое. Премьера новой песни. Я написал именно перед этими концертами мой большой друг, любимый композитор, с которым я сотрудничаю уже 20 лет. Он сегодня за роялем вместе с оркестром России. Композитор Еркан Тухпаев. Песня называется «Эн ханатым» на слова Ирангаэпа. Песни – мои крылья, если перевести название. И за пультом Канат Ахметов.